Ну что, вперед и вверх? Поехали! Видите, эти дорожки так и шепчут о единении с природой. Это не случайно. Не знаю, что там у вас с дорожками, но если вы минимум час не вытаскивали занозу из пальца ревущего малыша, они не дотягивают. Пацан в порядке, я супервожатая, и что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот куда мы идем. Нехило, да? Нет, вообще-то как раз очень хило. Но этот вид... Боже, вы охренеете. А еще тут есть зиплайн, и... Вы еще увидите, как я обделаюсь от страха при спуске. Раз уж я тут, я планирую карпи этот ДМ до самого основания. Но сперва дойдем. Еще столько тем для разговора. Надеюсь, Эбби в норме. Она убежала. Если кто не в курсе, я поцеловалась с Ником. Но по игре. Я не какая-нибудь стерва. Он ей нравится, если что. Ну, так-то это взаимно. А я просто хотела раздуть пламя страсти. Безумно надоело смотреть на их неуклюжие брачные танцы. Бедный малыш был в таком шоке. Ладно, разберутся. Я верю. Наверняка они сейчас где-то в лесу, и у них там все прекрасно. Ого, ключи. От полицейской тачки. Типа как в фильмах. Извините, офицер, я не знаю, о чем вы вообще говорите, так что оставлю их и пойду дальше. Месте. Перед вами исключительно шаткий и ничем не примечательный домик на дереве. В другом мире мы с юным Джейкобом обустраивали бы здесь свое гнездышко. Милая, я дома. Что такое? Ты три раза разогревала ужин? Ну, знаешь, разве так встречают мужей? Впитывайте, народ. Вот она какая, жизнь в летнем лагере. Ух ты, кажется, кто-то забыл убрать все до закрытия. Думаю, эти вещи оставили детишки, а может, кто-то из парней. Но вроде это не наши.
Слышали? Похоже, перед нами выбор. Пороемся в чужих шмотках или откроем жуткий люк и умрем ужасной мучительной смертью. Правильных ответов тут нет. Шмотки! И вот еще. Хватит с вас красоты. Я что-нибудь надену. Класс. Ладно, так. Там явно кто-то есть. И он меня не испугает. Это я вам обещаю. Прощай, жестокий мир. Занавес опускается, и никто не выйдет на бис. Тише. Ничего, все в норме. Тебе больно? Нет, нет, извини, просто есть охота. Мы поищем что-нибудь внутри. Да, окей. Давай, давай. Боже, я бы лошадь съел. Ну, не знаю, найдем ли мы лошадь, но может хоть мюсли? Фу, ненавижу их. Я уверен, что там должно быть полно всего. Надеюсь, нам удастся обработать рану. Я принесу еды. А мы поищем телефон. О, да. Вроде он был у мистера Хэ? Да. Найдем вас. Хорошо. А мы поищем телефон.
А, да. Вроде он был у мистера Хэ? Да. Найдем вас. Хорошо. Как думаешь, тварь, что на них напала? Не знаю, может их учуять? Чего? Ну не знаю, может она попробовала кровь и теперь сможет их найти? А, да вряд ли. Думаю, если мы вернемся к ним, станем легкой добычей. Не знаю. Очень сомневаюсь, что тот, кто напал на них в лесу, сможет пробраться в коттедж. Окей, да. Ты, наверное, прав. Пошли. Надо вызвать помощь. Так странно, что тут никого нет. Ты что, никогда не был здесь ночью во время смены? Что? Нет, а ты? Было дело, да. Ты куда? Я... Кажется, кто-то позвал меня. Я не слышал. Вроде травмы Ника не такие опасные. Рад слышать. Да. Так что? Надо позвонить. Но кому? Мистеру Хэ? Я знаю только этот номер. 911? Да кто так говорит, блин? 911. Не знаю, я. В общем, ясно, но... кого вызывать? Полицию? Скорую? Ха. Копов? Да, без дураков. Нас тут, блин, охотники хотят похитить. Они скажут 911, что случилось, а я на помощь, на моих друзей вроде напал медведь, или, может, не медведь, но точно животное с зубами. А потом одного из них похитили охотники с измазанными кровью лицами. А еще тут стреляли, но не мы. Хотя и мы тоже. И моего друга Джейкоба подвесили на дереве. В другом месте, все сложно. Да, да, так сойдет. Окей. Что там? Сдох. Это странно. Тут телефоны иногда ломаются. Как раз когда ты звонишь копам? Это совпадение. Ты нажимал на эту штуку? Что? Вот. Ты что творишь? Не знаю. Так делают в фильмах, когда телефон дохнет. Долбят по этой штуке. Мы не в фильме. Окей, да. А тебе откуда знать? Может, они просто хотят, чтобы мы так думали. Ладно, этот телефон не работает. Сотовые тоже. В лагере есть еще стационарный? Ну, есть кое-что. Что? В радиорубке стоит железо для вещания. Где ты делаешь объявления? Где я ставлю крутые летние миксы, да. И где делаю объявления. Там есть старое оборудование. Думаю, мы сможем оттуда передать нужное сообщение. Круто, да. Сходим туда и попробуем с кем-нибудь связаться. Положи, Дилан. Ты спятил, если думаешь, что я пойду туда вообще без защиты. Меня другое беспокоит. Боишься, я отстрелю себе ногу? Или голову? Не будь мудаком, я умею стрелять. Может, это погода?
Погода, Райан? Ну тогда медведи. Правда? Теперь во всем будем винить медведей. Ладно, ну давай подумаем. Вдруг медведь, перерезал провод и вырубил электричество. И вдруг теперь он поджидает нас в коридоре. Ты прав. Спасибо. Надо сказать Кейтлин, что мы в радиорубку, пусть не волнуется. Да, окей. Ну, идем. О, господи. Так, давай оставим его Кейтлин. Ты думаешь, оно ей нужно? А оно ей нужно не меньше нашего. Она останется тут, мы идем наружу. Ты же только что сказал, что в коттедже может быть опасно. Когда? Полминуты назад. Ну, да, но только потому, что я очень хотел ружье. Да отдай ты ей пушку, чел. Ладно. Ты прав. Эй, есть мой ствол. Если будешь паинькой, дам подержать. Ну, смотри, ловлю тебя на слове. Я не против, чтобы ты меня поймал. А я не помешала? Выше нос, герой. Я все равно без понятия, что с ним делать. На, держи. Ой, спасибо тебе, Дилан. Ты такой щедрый и красивый. Да, не стоит благодарности. Да, как я рада встрече. Настал этот час. Итак, сила. Сила может удивить, открыть в тебе новую мощь. Источник ранее неизвестной энергии. Полагаю, в каждом из нас есть такие силы. И они могут стать для человека
как даром, так и проклятием. Как всегда, многое скрыто. И, как всегда, выбор за тобой. Хочешь ли увидеть больше? Что ж, пора прощаться. И напоследок, помни, кто твои друзья. Помни, кто на твоей стороне. Я не нашла никакой еды, из кухни все вынесли, там пусто. Блин, сумку забыла. Это тебе. Это... Блин, даже не знаю, что случилось, все как в тумане. Как ты тут? Ничего, справлюсь. Спасибо. Нет, нет, я просто немного помогла. Это все Кейтлин и Райан. Мне легче. Ты же со мной. Так, парни пошли искать радио. А зачем нам? Они нашли еще одно у мистера Хэ. На всякий. А что у нас со светом? Не знаю. Ну как ты? Я в норме. Вроде. Эй, они пошли к радиорубке? Телефон сдох, они хотят послать сигнал о помощи. Мы держим оборону. Сидите тут. Мы справимся. Осторожней. Вы тоже. Thank you.
Слушай. Ты... Сейчас, может, не самый подходящий момент, но... Что? Да знаешь, я тут вдруг вспомнил о начале лета, о нашей встрече, о первых днях смены. А теперь лето... Слушай, сейчас, может, не самый подходящий момент, но... Что? Да знаешь, я тут вдруг вспомнил о начале лета, о нашей встрече, о первых днях смены. А теперь лето кончилось, и мы можем больше никогда не увидеться. Прости, Ник, так о чем ты? Эй, я тебе тут душу изливаю. Ник, ты извини. Может, потом поговорим? Я очень волнуюсь, и сейчас нет времени. Может, я тогда неправильно все понял, но... Мы вроде двигались к чему-то большему. А... Ты что, хотел чего-то большего? Ты дура, что ли? Эй! Прости. Вырвалась. Конечно, я этого хотел, но... Боялся, что ты нет. Да, сейчас, кажется, это было вечность назад. Но ты этого хотела? Я... Скажи мне. Да, наверное. Ха. Это потому, что я ранен. Ник. Что у тебя происходит, Кейтлин? Прячемся. Скорее. Ничего, я сам. О, боже! Что с тобой? Блин, где ружье? Нам надо валить. Нет, прячемся. Она моя! Значит, в рубке есть настоящий приемник. А я думал, она только для объявлений. Да, есть. Раньше это и была настоящая радиостанция. Но она типа такой и осталась. Но сейчас никто больше не слушает радио. Да. Так странно. Раньше были всякие плееры, радиоприемники и все такое. Ну а теперь у нас это есть в телефоне, но мистер Хэкет забирает его в первый день смены, чтобы...
нас не отвлекали технологии. Технологии — это дар и проклятие. Так ты типа этим хочешь заниматься? А, ты про радио? Нет, про диджейство, ну или музыку. А, ну, я люблю музыку, но изучать я буду квантовую физику. А, прости, что? Да. А, ты совсем не похож на ученого. Да, ну то есть в смысле не здесь. Извини, я просто не могу не спросить, а что это значит «не здесь»? Ну, не здесь, в лагере. Я занимаюсь этим дома. Ну, а здесь я... А здесь ты, типа, такой остряк-самоучка. Ну, это грубовато, но... Нет? Окей, ну, может, я сначала нервничал, когда приехал в этой незнакомой обстановке, поэтому много шутил, даже слишком много. Ты привык к нему. Да, всем вроде понравился этот искушенный Дилан. Ну, а тебе самому такой Дилан нравится? Ну, типа да, все круто, нормас. Мне нравится просто Дилан. Что ж, я рад знакомству, просто Дилан. Я просто Райан. Точнее, мечтающий свалить отсюда Райан. О, он крут, он мне нравится.
Все норм? Порядок. Блин, ну и помойка, а. Когда я приезжал сюда в детстве, тут все еле чихало. Рубка простаивала годами, и у меня ушла куча времени, чтобы все тут убрать и заставить работать. Мне жаль, если ты разочарован. Но я вгрохал в это много сил. Ладно, ладно. Надо настроить. Вот так. А отсюда можно что-то взять? Инструменты? Нет. Мистеру Хэ негде было их хранить, и поэтому он разрешил расчистить станцию. Ясно. И какой тут сигнал? Радиорубка нужна только для трансляции на территории лагеря. Простые штуки. Объявления и все такое. Радиус где-то... миля. Откуда ты все это знаешь? Нахватался всякого. Мне эти технологии всегда давались со скрипом, если честно. Ну, я могу показать, как и что. Дашь урок? Это не сложнее, чем на велике. Тогда заметано. Так, короче, эту штуку надо слегка подстегнуть. И смотри, что у меня есть. Пылесборник? Вообще-то усилитель сигнала. Выглядит не очень, но попробуем. И мы сможем прям связаться с кем-нибудь? Ну, тут связь не двусторонняя, так что мы что-то скажем, но дальше придется переключиться на прием и ждать, отправит ли кто-нибудь ответ. Это, конечно, маловероятно, но... Ну, это лучше, чем ничего. Так. И что мне сказать? Лишь бы звучало убедительно. Окей. Привет! Как дела? Слушайте, нам нужна помощь. Это мы, вожатые в летнем лагере Хэкетсквори. И тут было жуткое происшествие. Атака! Все очень плохо здесь. Помогите нам. У нас тут рой медведей, и они повсюду. А еще охотники, и они стреляют в медведей, но еще и в нас. И это херово. Наши друзья ранены, и нам очень нужна помощь. Так что вот, тут злобные медведи, и мы не знаем, что делать. Прошу вас, выручайте. СОС, это суперсрочно. Спасите нас. Пожалуйста, если вы слышите, помогите. Нормально? Ну как? Прости, рой медведей? Да? Косяк медведей. Косяк же вроде у птиц. Охренеть. Ладно, теперь надо переключиться на прием и подождать, будет ли ответ. Да, хорошо. Ты займись этим, а я осмотрюсь. Да, давай. Слушай. Принял сигнал по радио, ответа нет. Схожу в радиорубку. Что? Он про коттедж? Остальные вожатые. Помолчи, стоп. Два парня у радиорубки у домов. Еще одна пара не обнаружена. Понял. Отбой. Отбой. Твою мать, они говорят про нас!
Блять, какого хера? Ну как? Мы все выболтали по сраному радио! Блять! Они знают, где мы. Надо уходить. Черт, блядь. Надо успокоиться, ладно? Давай найдем Кейтлин и остальных, да? Да, давай. Окей. Блядь, чего? Ты чего не сказал, что там кто-то есть? Я не был уверен, чувак. Блядь, что это было? Без понятия. А, Райан? Это медведь? Райан. Блять. Что? Кейтлин, Эбби и Ник, я их вижу. Вот черт. И идут к нам. Надо их предупредить. По громкой связи. Отсюда, да? Окей. Да, скажем им спрятаться. Да. Вот сука! Говнище. Держи кнопку! Кейтлин, быстро бегите в здание! Не ходите сюда! У радиорубки животное! Срочно! Срочно в укрытие! Бегом! А, да ядри твою! Готово. Что теперь? Так, а что мы можем сделать? Я не знаю, не знаю! Это ведь животное, так? Может, отпугнем его? Ну да. Если у него слух, как у собаки, может, мы сможем зациклить высокочастотный звук и, типа, оглушить его. И будет жутко больно. Но, типа... Давай. Ладно. Ну, давай, Дилан, ну же. Давай. Почти. Эй, Дилан, ну, успокойся, ты справишься. Ладно, да, да. Чего-то тут не хватает, но чего? Вот срань. Он вырвал провод. Чини, я прикрою. Ну же, скорее! Блять! Сука! Что это за хуйня? Остановись!
делать? Распространяется! Режь руку! Отрезай! Отрезай! Ты охуел? Я не буду этого делать! Провод! Провод! Хватай его! Хватай! Что? Провод! Воткни его в ту штуку! Есть! Что делать? Кнопка! Кнопка! О, динамику, пизда. Получилось. Чувак, ты крут. Да, спасибо. Все окей? Я не знаю. Зверь удрал, но мы слышали охотников по радио. Что? Поймали сигнал рации. Они знают, что мы тут. Вы сообщение отправили? Его могли не услышать. Класс. Что там у вас стряслось? Он напал на нас. Мать моя, вы бы видели. Дилан врубил какой-то безумный звук и спугнул его. А, фигня. А что за звук? Ну, я типа подумал, это ведь животное, и у него чувствительный слух. Кейтлин, где ружье? Потеряла. К нам один из соседей заглянул. Что за черт? Она стреляла в нас? Кто там? Кто это? Пойдем за ней. Черт, Дилан, что это? О, Боже! Вот и ты! Амир был избавлен от одной из тварей. Посмотрим еще раз. Дьявол. Ничем не стесненный, словно тень, оторванная от телесной оболочки. Немедли действуй, а то демон сорвется с цепи. Он живет в каждом. Даже в тех, кто чист сердцем и читает молитвы на ночь. Я хочу показать больше. Ты не против?
Мы все так часто беспокоимся о будущем, что забываем о тайнах, которые лежат в прошлом. Задумайся об этом. Итак, до свидания. Я жду. Возвращайся. Эмма! Твою мать! О, черт! Черт! Блять! Да блин, твою же мать! Эмма, это ты?